провести комиссионное обследование дома номер 19 по улице Ярославская. Тема канализация, устранили, значит, контур-клон. То есть вы комиссионное обследование его сделали, составили перечень работ, осметили? Да. Сколько? Где-то, наверное, 30 тысяч. И считая то, что мы на следующий год планируем приемки, выполнить все, то, что разрушены, и привести в порядок подъезды. И плюс капитальный ремонт крови. Ну и тогда сколько денег сразу? 275 тысяч. Так, ну давайте, мы записываем план 2008-го? Да. Впервые районный отдел милиции, значит, дал предписание по освещению детских территорий. По памяти говорю, солнышко, теремок, сказка. Юрий Григорьевич, что там такое? Это не наш вопрос. Вопрос детских дошкольных учреждений. То есть сегодня большинство питается с внутренних сетей самих садиков. Там все разрушено, все освещение. Конечно, надо вкладывать деньги туда и восстанавливать это дело. То есть мы готовы работать. В 15-м детском саду уличное освещение восстановлено. И по 12-му детскому саду там два светильника дополнительно повешены, то есть улучшены сейчас. Но теперь все светло, все нормально? Частично. Владимир Иванович, давайте так все-таки. Я не знаю, вы так вроде идете по старому следу, что называется. Был светильник, повесили светильник. Давайте, значит, с Юрием Григорьевичем встречаетесь, попросите его, чтобы он к вам приехал. Постоянно в контакте. Да, посмотрите и сделайте так, чтобы территории освещались нормально. Уж если у нас начальник РУВД тут обратился с таким письмом, наверное, есть проблема там какая-то. Все ясно вам, да? Деньги мы вам выделим.